Ну, давай. Каиду, каиду всех, богов, оракулов и особенно моряков. Что-то не так? Да что у меня вообще так? У тебя дела с оракулом? Были, да. Но мои дела не твоего ума дело. Боги, значит? Я к твоим услугам. Да ты живой бог. Кто ты такая? Гелон, капитан Акульего Зуба. Твоя лод? Я что, похожа на грязную рыбачку? Малака,
Я просто хотел помочь. Да провались ты. Я не просила. Сама провались. Извини, тяжелый день. Тебе нужен был совет Оракула? Что? Что у вас связано? У нас договор. Так ты хочешь сказать? Ха, да нет. Верующие говорят ей, как дела. У тебя дела? У меня дела. И где акули? Зная я, меня бы здесь не было. Ладно, скажу иначе. Ну, я отпустила мою Гики. О. Да. Я без нее никуда. Я выясню, в чем дело. Есть идеи, где они? Юго-восточный берег богат на улов. Ты пиратка. И что, если так? Увлечение. Пока во главе Гики нет. Опиши Гики. Красивая, очень. Ближе к делу. Ладно, ладно. Я найду их. Расскажу дело на Гики. Я нашел корабль. И? Даже не знаю, как тебе сказать. О, боги. Зевс. Они все мертвы. Твой корабль разбился. О, я нашел лишь ее браслет. Гики. Сдается я. Хочешь стать членом моей команды? Хм. Ну, я скорее предпочту быть в море, чем среди набожных глупцов. Конечно. Но. Корабль. Как скажешь. Если меня тут заметят, будет плохо. Меня не
готов к бою. Тебе здесь нужно? Это священная земля. Уходи отсюда. Ну, либо объясняйся, либо уходи. Кто ты? Я пришел с миром. Отвечай на вопросы. Кто ты? Для друзей Алексиос. Для всех остальных хозяин Орла. Я Дафна, первая из дочерей Артемиды. Похоже, я нашла того, кого искала. Кто тебе нужен? Воин, охотник, тот, кому неведом страх, тот, кто пройдет испытание. Разве можно отказаться после таких слов? В этих краях водится дикий вепрь. Мне нужна его шкура. Мне нужно убить свинью? Это необычный вепрь. Посмотрим, справишься ли ты с ним. Убей его, принеси шкуру. Я буду ждать. Награда тоже. Thank you.
Большая свинка. Эту шкуру Дафне. Заблудился? Твоя свинка мертва. Держи. Без сомнений, ты знаешь свое дело. У меня много талантов. Будь уверена. О, вот как. Что ж, когда-нибудь мы непременно это проверим. Да? Что у тебя на уме? Много чего. Но вернемся к делу. Есть особые звери. Звери из другого мира. Боги прислали их сюда, чтобы испытать нас, наши силы. Ни смертные, ни боги не могут помешать мне в достижении целей. Посмотрим. Что именно мне нужно сделать? Докажи Артемиде, что ты достоин. Выследи и убей этих существ. Мне не нужно ничего доказывать. Какова награда? За каждую звериную шкуру тебя ждет дар Артемиды. Если же тебе удастся убить всех существ, скажем так, дочери Артемиды взглянут на тебя по-новому. Ладно, сделаю. Сколько всего животных мне нужно убить? Артемида приготовила 8 испытаний. С одним ты уже справился. Убей оставшихся зверей. Как я узнаю этих зверей? О, ты поймешь. Принеси мне шкуры. Я и мои сестры будем ждать тебя. Я надеюсь, ты не заставишь нас ждать слишком долго.
надеюсь, тебе есть чем платить Харону. Тебе еще повезло. Давай,
Элла. Элла. Huh?
Действовать осторожно.
Давай, огонь! Скорей! Нет, нет, о нет! Я так много слышал о Леониде. Не верится, что я там, где вершилась история.
Мистий, ты услада для моих... С возрастом все становится лучше. Оракул сказал мне, чтобы жить долго и счастливо. Рад слышать. У Карагаса моего... Думаю, никто... У меня много любовников. И не надо. В молодости мы убегали в лес под луной, сбрасывали... Может, и я буду таким страстным. Сейчас во мне больше... И что я могу сделать? Я узнала об эликсире, который дает там... Ладно. Я помогу тебе. У нас с Карагасом есть день. О, и ничего больше? Я хорошо заплачу. Поблизости есть? Я слышала, крупные медведь. Рядом водится олень. Это факит. Весьма странно. Пифия рассказала мне о нем. Я принесу им. Ah!
Поищу укрытие. Смотри, там кто-то.
Они хорошо защищают пищу. Не бойся. Пифия – священный сосуд богов. Стража! Довольно лжи. Говори, я хочу знать. Не могу дышать. Если закричишь или солжешь, я перережу тебе глотку. Я и... Кто? Отвечай! Да.
служители культа. Что это за культ космоса? Они всевидящие. Довольно. Я не знаю. Почему ты помогаешь? Меня за... Так, знать... Почти все спрашивают о любви. Я был в твоей... Под храмом, а... Ты говорила... Культы... У тебя есть шанс сделать доброе дело. Скажи, где они? Под храмом Аполлона есть древний зал. Где мне найти такие? Иногда ко мне... Как его зовут? Элпинор. Элпинор! Я не уверена. Элпинор уже в царстве Аида. Так и знал, что не зря за... Иди. Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет? Ну, что тебе? Меня ищут жрецы культа космоса. Они собираются в тайном зале под храмом. Так это правда? На Кефалинии я убил первого адепта культа Элпинора. Значит, они под храмом Аполлона. Найди его, встретимся...